хотел убить секунду 440. Мне там хоть настройках сбили, что ли? Нет, 6,5. Ничего, ничего не сбилось, все нормально. Килобит секунду 440. Сейчас посмотрю, я включил по телеку, будет нормально или нет. Ну, она, по-моему, не подвис. Посмотрим. Так, играть. Войти в игру, по-моему. Выбор игрока. Нет. Так. Загрузка завершена. Окей. Все готово нажимать. Да, только подожди, сейчас 5 минут. Я. Я подошел. Ты тут? Готово. Да. А, назад. Дробовик надо купить. У меня дробовика нету. А, покупай. Так.
снаряжение заберу. Так, только хочу улучшить пистолет. Так у меня. Так. Но это не хоп. Наушник. Колонки включены. Я сделаю, не успел просто. Так. Делал. Ну, по идее, готово. Да. Ну все, погнали. Что смог, так по чуть-чуть улучшил хотя бы. Патроны забрал, а старый продал оружие. Этот скорпиона продал. Угу. Считай, у меня лучшая МПшка. Это что за пластина? Надо собрать таких штуки три. О, алмазики. Угу. А что ты пропустил? Тут вот сейчас и... А. Жучара. Здесь типа африканского племени. Ну что типа того. Ты где? А чё ты назад? Да ты видишь, куда-то еще можно идти. А ты чё тогда мы? Мы же одну часть нашли, отключи. Типа я должен отстреливаться? Да, если враги появятся. Они появятся? Наверное. Всем привет, кто зашел на стрим. А что ты не заехал? Я бежаю. Да куда едешь так? Да. Какой-то крюк ты сделал больше. Ну, а ты видишь, чтобы здесь можно было заехать? Mm. Я, например, нет. Ну, я все Resident Evil посмотрел, ну, с первой до финала. Ты сейчас отвечаешь на вопросы или... Тебе говорю. Ну, нет, зачем это говорить? Просто. Может взять патроны для этого. Бульбулик вылезли. Их тут много, но они не бесконечны. Спасибо. Да нет. Thank you.
давненько в шутер не играл. Хотел помочь, не успел. Да нормально, я от таких запасов я выкарабкаюсь. Я стараюсь помогать. Угу. Ну вот все. Я сам давно в шутеры не играл. Да, в последнее время все, что я играю, это на шутер не похоже. Это либо JRPG, либо... Либо... Не, это гонка нельзя назвать. Слово раннер, это не гонки. А тут сколько либо... вообще? Чем? Сколько нам глав вообще? Еще тут? Много, много. А, длинная. Пятая часть длинная. Шестая, конечно, длиннее, но... Шестая, мне кажется, короче. Стоит 4 компании. Ну там они маленькие, короткие. Ну, не скажи, они вполне себе длинные. Но пятая, да, она поначалу кажется короткой, но потом ты понимаешь, что она длинная. Иди сюда. Я понял. Сами миссии там. Если бы так меня часто друзья в FM бы не звали. Находи просто время, предупреждай сразу, если ты занят или нет. Вот когда я был свободен, ты занят был. Я 2 месяца не был свободный, поэтому да. Кстати, стоп. Из-за этого у нас не получалось. Тут, а тут на дереве ничего нету? Не? Нету? Нет. Тебя уже глючит. Я помню, на каком-то дереве есть. Вот на этом, да, вон он. Ути-ути-ути. Я же говорю. Надо убить того, который вот на этом. На башне. Так? Да. Мы чё тут, рыба первая кровь? Можно и так сказать. Еще одна, да, часть, я так думаю? Нет, еще несколько. Сейчас мы вот сюда заедем, чтобы у нас сохранилось. Так что, то, что мы собираем, никуда. Кстати, по-моему, курица должна бегать где-то. Но, как пластин. А сюда пластину надо ставить. Когда полностью наберем. Угу. Одна или две, да, еще части? 2 штуки. На карте видно. Или ты радар не включил? Тут есть радар, если что. На М. Ну я понял. Ты же у нас руль. Я обстрел только. Можешь поменяться, если хочешь. Не! Ты же любишь кататься. Ну да. Просто. Кто это? Куриц не убивает только. А чё? Пускай они яйца снесут. Ты скажешь, когда тебе нужен патрон, у меня 100 с чем-то их патронов. Пока что я... Да, слушай, да, дай я этот, одну пачечку. Так, как вы заходишь? Или как ну, там? Ну, Е, нажимаешь на пачку патроны и типа это. Нет. Отдать. Нет, я на Е нажимаю, что тут не открывается снаряжение. I need ammo. А, на Е. Ну, я говорю на Е. Еще? Благодарю. Не, этого хватит.
тем более я еще нашел. Просто у меня еще 100 штук их патронов. Яички. А, еще одна яичко. Можешь взять яичко, оно это хилка. Можешь похилиться сразу. Так. Не привычно еще, как тут работает этот. Да все быстро, нажимаешь туда и сюда. Нет, открывать это. Не, давно просто не играл в эти. Ну я понял. Сейчас погоди, может они еще снесут. Они могут атаковать, так что не подходи к ним близко. У меня одно место свободно было, сильно тратить не буду. Угу. Вот тут яйцо. Бери. Я вообще буду без мест. Ну, если что, потратишь. Ими можно кинуть. Во врага. Ну, нам можно это... Можно убить таким образом. Ну... А, я взял! Женя. Давай поменяемся. Пофиг. Нам куда ехать? Не, давай поменяемся. Я уже нажал. Делов-то. На ком туда поехали? Где мы еще не были? Что у меня? На лодке. На лодке сейчас будет этот. Одна хрень, которую надо будет спрятать в рюкзак. Какая? Большая, бомбическая. А кто, ты спрячешь или мне? Я спрячу. РПГ? Она нам не потребуется. А может и потребуется. Да, РПГ. Ты же раскричался, камон, да? В воде можно рыбу поубивать. Только в рукопашку они выстрелили. Это тоже хилки. Да пофиг. Чё, всё? Да, на лодку. А у кого, у тебя лучше снайперка или у меня? У меня самая первая, у тебя уже вторая. Я этот, самым первым я оружием пользоваться буду. А тут босс какой в воде? Третий. Увидишь. Легкий. Зачем споделить? Рыба, как в четвертом резике. Не-не, тут нет такого. А в деревне там, по-моему, босс этот. Рыба есть один. В деревне, да. Как я помню. Ну, мне да, дойти до него будет надо. Камни, все. Угу. Записка есть. Если хочешь, можешь почитать. Рукопашный бой, записка. Да, там написано про рукопашный бой? Да. Странно. Рукопашный бой уж давно надо было пройти. Внутри наверняка что-то есть. У меня нет места. Яйцо золотое. Чё? Золотое яичко. Я, короче, сейчас съем себя тогда.
Да, и сохрани золотое. Золотое убивает любого врага с одного попадания. Кроме босса. Босса бы убивала. А это когда патроны закончатся. Ну, оно также полностью тебя выхиливает, если что. Ну, посмотрим. У меня патронов, если что, нет, будет снайперка или к автомату, скажешь. Окей. А зачем нам еще один? Чего? А, это другой. Это продавать. Эй, деньги. Бабосики. Да. Ну тут часть уже. Да. Еще одна, да, или все? Еще одна. Хамане! Бежит к нам Хамане! А можно я буду сверху отстреливаться? Отстреливаться, да. Тут есть автоматные патроны внизу. Да, закончится, народ. Да, его опять-таки тут много будет, но он конечный. Рано или поздно он закончится. Ах, не вовремя. Эта штука может садового выстрела убить. Хвост есть, стреляй, если что. Бежит еще один. Угу. Там еще один. Да, я вижу. Нормально поснайперил. Угу. Можешь брать патроны на автомат. Я много патронов потратил. Да, есть такая. Но я как мог прикрывал. Вот тебе да, я тоже потратил достаточно. Бомба бери. Тебе это хоть помогло? Да. Понял. Я понял. У меня же обойма из 90 патронов. Ничего нет. Ну, последнее место. Ладно, я пойду с пистолетом. У меня их больше патронов пока что. Мы здесь когда с другом проходили только на пистолетах, вот в этом месте мы вообще все пробежали мимо. Вот в этом вот. А чё? Тут крокодилы. Они выпрыгивают? Нам бежать с тобой?
можно убить? Может, нельзя. Ну я всадил в них пару патронов. Рядом, что тут крокодил зомби нету, да? Ну они тоже под этим, под эффектом. Ну я понял. Я знаю, нет нормального большого босса, я тебе про это говорю. Ай! Чего ты так испугался? А у меня автомат не вовремя закончился. Я из-за этого. Вот бывает фигово, когда проблема с патронами. Взял. Домой. Мне кажется, скоро уже камень. Так. Еще один. Не. Ты сдох. Да. Я же отстреливался. Ладно, можно спрятать пару предметов, которые мне не надо. А я продам, что подобрали. Тут не вовремя, если честно, там сдох. Да? Зато весь. А чё ты решил убрать? Так, а зачем мне? Мне не нужны ни гранаты, ни ракетницы. А, продать, да, только? Да. Нет, не продать, снаряжение кинуть. На всякий пожарный, на когда-нибудь потом. Так. А как их перемещать? Ну, удерживаешь, перемещаешь. Зажал кнопку, переместил. Все, понял. У меня еще спрей был лечебный. Так. Подожди, что там купить есть, интересно? Шокер он зачем? Ну это рукопашное оружие, оно не особо удобное, но больше урона, чем ножа. Нет. Так. В общем-то, крокодилов можно пробежать, можно на них не тратить. Просто есть шанс, то, что тебя схватят. Я готов. Ну, пойди и стрим пока что. Чё? Нажми готов. А. По чуть-чуть работает стрим как-то еще. Опять за той нам идти.
Да. Помоги мне огнем. Кто меня сожрет? Опять? Я пистолет раскачал немножко помощи. Беги! Сзади был, да, кто-то? Не-не. Да! Ну да забей, беги. Беги! Я ушел оттуда, беги. Мне не убежать, я вот... Ну я его убил. Окей. Пистолетом одним. Винтовочные патроны. Так, автомат. Дробовик. Есть там внутри. Окей. Так, яйцо. Бери. Автоматные патроны. Я еще. Понял. Здесь быстро мы справились, да? Так мы в тот раз быстро. Бача. Опача. Опачай. Опачай? Угу. Винтовочные патроны из него выпали. Можешь взять. И тут вот еще патроны винтовочные валяются. Где? Где я стою? Включи радар, если ты не понимаешь, где. А, там чё? Это шквал огня был только что. Угу. Ну на них много патронов тратить. Да, тогда просто беги. Меня чуть не сожрали. Понимаю. Скажи, один раз тебе хватило, да? Да. На турбо едешь? Че, обрежемся и все, и минус здоровья. Вот главное вот эту отводку пройти, самое нудное, да? Не, это не самое нудное, это вполне себе прикольный момент со всеми этими болотами. А че, дальше еще прикольнее будет? Не, есть нудное место. Я тебе скажу, когда оно будет. Ну, оно скоро. Ну, это понятно. А тут есть миссия, где мы на мотоциклах ездим? Нет. А. Ты с чем-то путаешь. Он там сейчас сам себя должен убить. Нет? Не убил? Да. В моем случае он убивал сам себя. Ты чё нахуй делаешь? Ядерную войну устраиваешь? Я же давно пробежал там. Так. Нам надо... Тут, короче, сейчас будет очень много народу.
Я зажигалку взял. И будет парочка не самых удобных противников. Например. Ну такие толстенькие. Скажем так. Можешь взять патроны вот эти вот. Потому что, так, скорее всего, это оружие тебе надо будет. Какое? Вот это вот. А это к магнуму? Это мне пистолет придется менять. Потом. Пистолет и магнум — это две разные вещи. Да? Магнум — это самое сильное оружие в игре, а пистолет — пистолет. Скажи, ну его раскачать еще надо, магнум. Нет, он изначально самое сильное, у него больше всего урона. Еще первый раз... А, ну да. Точно же. Никогда по-нормальному Resident Evil не играл. Сзади. Прикрой. Хорошо прикрыл. Их же двое. Ну я тебе говорю, зашли парочка. Тут брак, брак, брак. Вот я бежал. Блин, они чист с этой хренью из голов. Бегаем отсюда. Я сделал похитро, туда огненную бомбу закинул. Огненная с такого уровня не слабо, как, например, свечевая. Ну это лучше, чем ничего. Сам подумай. Да. Еще пиявка какая-то. Тут еще есть ловушки, смотри на землю, не бегай там по дыркам. Алло, какие-то там дебилы. Тут патроны от дробовика в одной валяются. Окей. За тебя там враг. Там ловушка. Тут ловушка. Мне полечиться спрей использовать. Тебе надо лечиться? Сзади. Один мертв. Полечись. Надо. Как за мной бежит зомби? Еще один. А теперь мне надо полечиться. Давай я к тебе подойду, полечу. Пуст. Да. Ай! Ну, спасай себя сам. А чё ты? Так ты там, а я здесь. Наш. То ли ловушку взяли? Тебя. Ты же туда забежал, а не я. А я не... Так, тут говорим, где-то патрон надо будет. И тут, где я отстреливаюсь, и там в одном здании. А, сука. Ну. Матерись. Извини.
Я жить хочу! Я жить хочу! Спасибо. Да как? Я труп ударил. Тут автомат для патрона валяется. Не больше. Тебе идет большой, так что лучше сбегай. И ты из револьвера, что ли? Не знаю, не трать револьвер, ты чё? Это магнум же. Так он же этот, он же, не знаю, какой редкий, на него патрон нет. А, нету? Нету. А на толстых можно? Да. На магнум типа редкие патроны? Да, магнум самое сильное оружие в игре. Ну... РПГ, наверное, посильнее, но... Ну, теперь будем знать. Иди сюда. Где ты? Напиши свое местоположение. Все, я понял. Где. Спасибо, бро. Так, стой. У меня от патронов вообще осталось мало, спасибо. Так, пистолет, я смотрю. А, нет, оставь себя, ладно. У меня осталось 49. Я вижу. Так. Револьвер, короче, на более крупных оставлять, да? Да. Зажигалку буду использовать, когда у нас куча народа, да? Что не зажигалка? Ну, бомба-зажигалка. А, так напал. Тут никто не называет это зажигалкой. Не похоже на зажигалку. Ты брал там ловушку, где я дробовика? Нет. Деньги, ну тут ловушка. Патроны от магнума и автоматные. Иди сюда. А ты говоришь редко. Ну, все равно редко. Да понятно, где больше их находить, но они реже, чем все остальное. Короче, надо на толстых беречь только. Да. Боссы, да. Толстячки, вот на все вот это. Вот такое, на них два патрона всего лишь. Странно, что ты не знаешь. То есть, как бы, магнум всегда был... Типа, ну, я знаю, что магнум хорошее. Ну, я имею в виду в резидентах. Магнум это всегда, типа, ультимативное оружие. Оно всегда в конце дается, его всегда мало. Его ну, здесь что-то не в конце его дали. Ну, все равно. Это где звук такой? У тебя? Это я мост поднимаю. Пробеги через мост, открой там дверь. Внизу мост. Откроешь там дверь, потом откроешь вот эту боковую дверь. С другой стороны. Где мост ты опустил? Вот внизу. Не видишь ты? Не опустил, а поднял. Или правильно поставил. Вошел. Угу.
Змеюка подколодная какая-то тут была. Знал бы, как есть, а было только на пистолетах. Мы, короче, никого здесь не выбивали. Мы прям при всем при этом подняли, умудрились мост и успели пробежать. Змеюк? Просто ужас был. Не, мы врагов не убивали. Вот этих вот, всю эту толпу мы не убили. А как вы выжили? Оп, выжили. Я открыл. Благодарю. Пожалуйста. Че, на, патрончик набрать, тут валяется. Дневник древнего юноши. 5 апреля сегодня к нам в деревню пришел. Теперь пересчитай название еще раз. Дневник деревенского юноши. Вот теперь правильно. 5 апреля сегодня к нам в деревню пришел человек и сказал, что он бригадир нефтяной вышки. Сказал, что будет делать всем прививки от какой-то болезни. Это 100% вирус. Во время моих родителей они обманули наш народ и украли у нас землю, чтобы поставить там буровую вышку. Наверное, им теперь совестно, потому что они теперь всегда приходят нам помогать. Когда мы не могли перебраться через болото, они сделали нам лодки. Лодку на веревке. Иногда они даже привозит нам всякую иностранную выпивку. Наверное, эти новые лекарства тоже что-то типа того. Всю в деревне обрадовали, что нам дадут лекарства, но я не пойду. Нет, ничего такого, просто этот бригадир не нравится он мне. Вот и все. 8 апреля. Все, пошли на буровую делать прививки. В деревню стало так тихо, первый раз на моей памяти. Лягу спать, все равно делать нечего. 9 апреля. Я проспал весь день, поэтому не смог уснуть ночью. Да еще и шумно было. Все вышли на улицу и говорили перепуганными голосами. У всех детей в деревне разом началась горячка. Матери пытались обтирать и их водой, чтобы сбить жар, но это не помогло. К утру все они умерли. Утром наш вождь отправил на буровую. Он хотел узнать, не прививку ли убили детей. Когда он вернулся, он сказал, что дети умерли, потому что уже успели заболеть. Он сказал всем, что надо снова пойти на боровую и сделать еще укол. Но я не хотел, но все так боялись заболеть. В конце концов, они заставили меня пойти на уколы. 10 апреля. На улице громко ругаются, все мужчины очень злые. Может, это от того, что все дети умерли. Но, по-моему, не только от этого. А женщины просто сидят. Не шевелится, может, это так распространяются болезнь. А ты знаешь, сколько тут чисел будет? Если хочешь, я могу прочитать. Да нет. Я сегодня не смог сидеть спокойно, как будто внутри меня что-то движется. Снаружи я увидел странного человека, он был голый и с оружием в руках. Все это. Его тело было покрыто боевым раскраской, ведь сегодня не фестиваль. Я пытался заговорить с ним, но он обернулся ко мне лицом. Он на человека то не был похож. Что творится с людьми в нашей деревне? 12 апреля. Крики так и не стихают. Мужчины все вырядились, как наши предки, и дерутся друг с другом. Почти все женщины умерли. 13 апреля. Голова болит, жар и злость берет. Большой мужик в окне, очень высокого, глюки, наверное. 14 апреля. Хорошо, крики хватит. А весело, хочу убивать. Все! Я это сделал! Ничего так долго, если? Да ничего, просто, ну... Очень плохо. Чё? Читаешь плохо, говорю. Ну, надо чаще читать. Не в обиду, но плохо.
Я знаю, что у меня по-русскому плохо. Чаще просто читать мне надо. Это литература, а не русский. Ну, литература, мне просто часто читать надо. Приду читать такие листы, да? Угу. Только у нас из-за этого будет прохождение дольше. Нет места. Так, перезаряди все оружие. Так. 25. Магнум перезарядил. Так, 7. Можешь мне яйца дать. Так, одно съем. У меня два яйца. А зачем тебе яйца? Ну, они будут в одном слоте у меня. А у тебя освободится слот для автомата потом. Так. Ну, у меня, считай, бомба. Я использую потом все равно. Я же еще как одна хочешь. Бомба зажигал. Типа, уже идет 51 минуту стрим. Там три части будет одной главы, как я помню, да? Где-то. Три или четыре. Мы сейчас также на болоте продолжать будем. Да. Это вся третья глава, это болото. Угу. Так, смотрим. Ты, кстати, наверное, опять продаешь эти сокровища, не собирая их. Там же больше денег получаешь, если собираешь сокровища. А я и забыл. Ну, зря. Вот продавали бы они патроны, а не оружие. Да? Не считать не вредно. Так, что у нас тут? Я удалил его. А, так он в этом инвентаре у тебя лежит. Нету. Он лежит у тебя в сумке. А, все. Снаряжение. Фу. Удалить это, просто убрать в эту сумку. Что-то нечаянно нажал. У тебя было такое? Нет. Так. Ну, я готов. Ты тоже что-то делаешь? Да, так. В инвентаре повесь в скрыщнице. Там по 15 всяких этих камушков и тому подобное. Я еще посоветовал прекратить уже есть и отвечать на звонки по телефону. Это наш типа? Это не профессионально. Слышишь, что говорю? Понял.
Но я ничего еще не ел сегодня. Ну, перед этим надо было паковать. Автоматные патроны. Спасибо. Снайпера такие засели. Больше нету? Есть, на вышке там. Ну, у тебя помощнее винтовка, чем моя. У меня стандартная. Самая первая. А у тебя сюда полуавтоматическая. Ну, я не раскачивал ее еще. Ну, у меня есть минус. У меня очень долго между выстрелами время проходит. Ну, а у меня минус, что она послабее сейчас, когда не раскачана. Не, моя-то даже если ты раскачаешь свою бой, все равно сильно. Опа, кнопка такой, на такой ногой. Что за нахер? И все. Вот так вот кнопки-то нажимать надо, а мы-то и не знали. Блин, как тебя там убивает, это ж легко делается, вырваться из захвата. Не благодари. Я все время рядом. Ну если бы я... Там челик, кстати, съели. Чё? Там челика внизу съели, который в воду упал. Если бы я тебя похилил, да? У тебя же яичко есть. Я же выложил их. Съешь яичко. Хап-хап-хап-хап-хап. Хау-хав. Спасибо. Мало. Мало. Тоже мало, но все равно. Поживешь, да? Не, полную аптечку я на тебя тратить не буду. На данный момент. Так, смотри. Короче, что мы будем делать? Я не знаю, как это с тобой делать. Видишь вот этот рычаг? Ну. Его надо крутить. Но у тебя что-то как-то плохо получается крутить. Давай я сейчас попробую. С другой стороны. С другой стороны. У меня не особо выходят quicktime ивенты, которые надо нажимать резко кнопки. А это все надо сейчас сделать. Мы, скорее всего, сейчас умирать будем. Короче, я пробую крутить. Давай, крути. Да. Ты чё? В этом и проблема, ты очень медленно крутишь. А тебя едят, да? Да. Ну то есть мне надо прожать вовремя кнопки, я и не очень люблю это дело.
Чё? Хочешь ты ездить? Ладно, значит я поменяемся, да? Ну я не знаю, как ты хочешь? Ты умеешь быстро нажимать на кнопки? Пробовать будем. Крутить я могу легко и просто, очень быстро. Вот нажимать на кнопки у меня не всегда выходит. Вот. Давай попробуем. Пытаться, чтобы... Я могу не патроги взять. Че ты сел? А? А я в уголочке постою от него. Не выйдет. Первое получилось увернуться. Возможно, там АД было, да? Да. Не забывай, что есть В. Я знаю. Уже больше прошли, да? Мы справились! У тебя только АД, что ли? Да! Блин, повезло. Постоянно они чередуются. Меня прям раздражает эта херня. Ага. Там дверь просто, это открой, все. Я шикарный, я сделал это! Да, респект. Респектую. Без шуток. Ну это тяжело бывает. Я мог и при... Плохо я быть. Я говорю, там вот, когда оно постоянно меняется, то одно, то другое. И я помню такие моменты. А ты где? Там дальше побежим. Чё за спецназ? Ну, FPS хорошего у меня, 120 выдает. Ну, мне 120 не надо, у меня монитор не поддерживает выше. Это у меня поддерживает? Да, ты же тогда купил с этой матрицей, ТН-кой. Я тебя просил сходить со мной, может, что-то бы другое выбрали? Ну, ты же хотел изначально это, ты это и взял. Я просто хотел игровой. Ну, это и получается игровой. Ты говорил какие-то минусы в нем. Ну, да, со стороны смотреть, то вот. Экран темнеть или белеть. Плюс у него настоящего черного цвета нету. Это плохо. Это в фильмах в основном жалеет. Я фильмы на телеке смотрю. Ну тогда у тебя нет минусов, по сути. Я-то все на этом смотрю. Так что мне бы лучше. И чё я спрыгнул сюда? Ты где вообще? Ну где на плот спрыгивают? Зачем тебе плот? Я же говорю, иди в пещеру. Сюда иди. А, все вижу. А зачем мы тогда открывали? Чтобы попасть в пещеру. Да, как? Там мост был этот, поднятый. А? Ты нажал на кнопку, чтобы отпустить мост. Я упал так. Угу, плагин типа 3, полевые испытания.
Прошла неделя с первоначальных полевых испытаний Плагос типа 3. Тип 3. Спроектирован с целью добиваться значительного повышения физических характеристик по сравнению с предыдущей версией. Первоначально вас Плагос имел особый вариант, известный как Центр Плага, который давал носителю повышение физических способностей. Эти варианты выпускались в ограниченном количестве и всегда вызывали значительные физические трансформации носителя, а потому использовать их было не всегда разумно. С коммерческой точки зрения это нежелательно. Все задачи и запросы потребителя в том, чтобы создавать суперсолдат без побочных эффектов. Другие группы в настоящее время работают над созданием аналогичного вас-плага продукта для коммерческого применения. Но с учетом воздействия Плагоса на носителя игру, разработка также предоставляется целесообразной. Другие методы могут давать суперсолдат более высокого качества, но да, только полноты контроля, которую дает вас Плагос, им пока далеко. Имплантация гена центр Плага в базовой лос плагос позволяет получить новый тип плага, тип 3. Считают, что если довести тип 3 до ума, он составит новый стандарт на рынке биооружия. Но для еще далеко до последних полевых испытаний выявили целый ряд проблем. Главный из них – высокий уровень отторжения для взрослых мужчин и маленьких подростков. Уровень отторжения составляет ок 8% на уровне обычного вас-плагоса. У женщин и маленьких детей обоего пола тип 3 отторгается в 100 случаев. 100% случаев. Эти обескураженные результаты говорят о том, что в нынешнем варианте тип 3 к продаже не пригоден. Кроме того, поверхность мутации неизбежно приводила к летальному исходу. Считается это следствие динамического влияния гена центр плага. Однако испытания мало и положительных результатов в плане физических возможностей имеет явно улучшение. По крайней мере, мощность прыжков носителя значительно возросла. Еще один момент. Мы не предвидели, носитель увеличивается в размере, иногда до 3 метров в высоту. Возможно, это также влияет гена центр плага на рост в пределах приемлемого. Данные полевых испытаний не принесло всех желаемых результатов, но счесть его полный провалом тоже нельзя. Возможно, удастся использовать собранные данные для улучшения параметров следующих испытаний. Мне заколебало твои ноги смотреть. Ты яичко мне кинул? Да. Спасибо. Я тут читаю, там какие-то мне ноги пришли. Это чё, крутить? Ладно, подожди здесь. Почитали ещё чуть-чуть стихотворения? Да? Я хоть что-нибудь понял еще, вот почитал. Это типа этот вирус про первый анир. Плаган. Ну, Амбрелла же вирус создал биооружие. Амбреллы даже нет. Они пытаются этот вирус улучшить как?
Так уже по-другому называют его. Аспагас, не вирус. Насекомые эти? Угу, личинки. Ну, ну в этом последнем... Я понял. Еще видишь кого? Смотрю. Кажется, нет. А куда? На, прям, ей. Ой, бабах! Какая-то как удэшка вылезает. Да не тащи так много патронов. Типа видишь, что они в таком состоянии, подошел, ударил с ноги. Сын, как удэ уже? У тебя же светлая была бомба. Одна всего. А. Чё? А чё ты по лестнице не полез? Я по лестнице полез. Там спрыгнуло. Не готов. А, убавить огонь? Угу. О, как куда идут? Как куда? Понятно, куда. Нет, нам для патронов взял. Ну, потом отдам. Спасибо. Том. А чё на спину нельзя зацепиться, да, вот так? В принципе, его легко убить. Мне его убивать со снайперки. А, ты попадёшь? Ладно, уи. А, он у тебя? Да, такая давление. Скорее всего, я сразу. А чё там мину не возьмёшь? Ну нет, нет. Ты не забыл то, что ты можешь продолжать комбуз после рукопашной? То есть я ударил, ты ударил. Понял. Все.
Вот мина у тебя лежала. Я же говорю, у меня мест не было. Теперь есть. Теперь погоди, а где я? Так, стоп. Куда? Я тут был. Я тут был. Давно не приходил? Да нет, не так давно. О. Здесь. А как нам шестой проходить? Да я знаю. Если ты захочешь с него, то по-простому. Возьмем, пройдем. Все четыре главы? Ну да. А как еще? Цанги Вонг, начнем. Нет. Она последняя идет? Да. Леон первый, да, идет, как я помню. Леон, Крис, потом Джейк. Мне кажется, вот Джейк самый трудный. Не. Леон, он легкий, как я помню. Леон стандартный зомби. У Криса тяжелые и у Джейка. У Джейка стандартный. Он там где-то вообще в Сибири, по-моему. Да там Леон там даже. Ой, тьфу. Крис. Отойди. Зачем ты ему открыл дверь? А? На! На! Мне кажется, он там охерел от пизделения получений. Да? Я тебе говорю, вот это вообще, ну, рукопашка, она имба. Вот я не знаю, почему я никто особо не пользуюсь. Все думают, что пистолетом больше урона, но нет. А я мог револьвер против него использовать. А зачем? Магнум. У нас с руки такой же урон. Неплохо. У него очень долго горело этот фитиль. Ну я же сбоку стрелял. Да у него он уже горел фитиль. А я специально и стреляю. Так, там твои. Угу. Так, патронов не очень много осталось у пистолета. У меня всего лишь 43 патрона осталось. Да, у меня 24. Чё? У меня 24. Зашибись у нас с патронами. Так у меня еще дробовик и... Чё-то у нас быстрый темп игры идет как-то. Да? Во, сейчас человек порт будет. Кто? Кот? Порт. Сейчас ты поймешь, почему он человек порт. Просто вчитайся в его диалог сейчас. Мне еще после тебя Ведьмака надо. А это же свой. Джош. Джош. Я тебя переведу. Давай. Ну, то есть прочитай. Ты жив? Ты в порядке? Что? Как ты тут очутился? Мы были в порту, когда на нас напали. А потом, вот, я оказался здесь. Мне кажется, он... Охуенный ответ. Мне кажется, он с вирусом. Мне кажется, у него вирус. Нет.
Why did you not retreat? I mean, we are no match for them. I've got unfinished business. The hard drive containing data on the BOW experiment had a picture inside. The picture was of Chris's friend. A friend? I'm not leaving until I catch Irving and find out what the hell's going on here. Сейчас надо было оборонить его. Легко будет? Не, не особо. Ну, револьвер я не буду доставать. Можно по каких-то особенных врагов. Ну, ты поймешь, о которых я имею. Такие толстячки. На твое усмотрение. На, все делать сейчас быстро будет. Там аптека. Аптека мне не особо нужна. Если хочешь, подбери. У меня мест нету. Да блин. Я понял. На, бро. Сзади! В смысле, бро, а у тебя нормальные аптечки нету, что ли? Нету! Ну я как смог, я тебя спас. Ну да, да, просто надо бы обычную птичку хотя бы иногда иметь. Не жалуйся еще! А то так и умереть можно. Блин, патроны жизни не помешали. Вовремя использовал. Да, сейчас автоматы протоны. Тут-то не надо спешить, в отличие от того, как я недавно играл. Здесь можно поспокойнее нам с тобой, да? На, прикинь, то, что у нас только пистолеты, и у нас из патронов всего по 5. Так, одно яйцо у меня, одна зажигалка, одна обычная взрывчатая бомба. Чё хочешь, что и делать? Всё понятно. Подожди! Мне их перетащить надо вверх, чтобы мне удобнее было. Ну ты понял, да? Mm-hmm. Так, все, все можем. Shava, you waited for an invitation? Get the lad out! Боже мой, блин, как-то быстро. Или это еще не все? Нет, конечно. Да не, ну не, ну не надо, не люблю эту штуку. Надо снайпер вполне себе неплохо убираются. Тут есть парочка вещей на тебя. Там. Мин. Обойдусь я. Они что, оттуда могут пойти? Да-да-да, иди вперед. Иди вперед. Тут дробовику патроны.
Да иди вперед, иди. Да-да, спасибо. Патронов у меня много сейчас. Да, нормально. Мне пришлось зажигалку использовать. Угу. Все еще жив. Забивай. Давай, заходи, заходи. Все просто. Ты в порядке? Да, я думаю, что так. Я в порядке. It looks like Irving is trying to blow up the place and make his escape. You must stop him before it is too late. I'll try to find us a way out of here. All right. We'll go after Irving. Good. Okay. Now there's a dock up ahead. The champion. He's going to make his break. Yeah. Не, просто один. Тарелку. And Josh. Be careful. Let's hurry. Мне же после этого еще Ведьмак надо целый час миссии проходить. Да, да, ты уже говорил. А, я за... извини, я забыл. У меня 3 патрона к пистолету из всех. Весело, да? А у меня 10. Так, что у нас? Автомат пустой. Там было довольно много, да, автомат патрон. А у меня были сейчас места, только потом использовал. Кинул бы что-нибудь. Так. А вот сейчас только место. Так. Так, винтовочку перезаряжу. 14 патронов. Револьеру. 13. Одна бомба. Не очень хороший запас. Да? Да, нормально. Главное, ножик есть. У тебя хоть базука сохранилась? Я убрал ее. Зачем она? Ты говоришь на босса. Так и зачем она? Тут босс сейчас, базука не убивается. Ну то есть как, его можно, конечно, базукой убить, но... Начнем с того, что у нас нет базуки. Кто-то ее оставил. Потому что РПГ это не базука, а ракетница. Мне? Да, сейчас, сорян. Да. И случайно подобрал. Бывает. Еще одна тебе. Хотя бы чуть-чуть пообновиться патронами, да? Угу. Ничего нет. Я думал, 5 утки нам. Не, 5 снова. Ну, короче, надо будет потом сейчас бежать сюда. И смотри осторожнее, потому что будут растяжки установлены.
А почему растяжки? Ты их устанавливаешь? Не-не-не, этот, когда побежим обратно, будут растяжки. Кто-то их поставит. Так что смотри в оба. Типа не потрогай с ними. Томатные. Мощная граната. Так вот это что за девчонка? А, это подруга твоя, Криса. Убийство. Беги! Да. Я бегу! Все бежим. А. А как понять, где растяжка? Ну, линия такая будет. Весело. Нефть подобывали они. Да? Угу. Это они улики так скрывают. Нет, я так смотрю, с телека стрёмно, более-менее идет. Не подвисает. Угу. Ну просто за чатом на всякий случай слежу. Так, снаряжение. Белое яйцо, коричневое и золотое у меня в коллекции. Так... У тебя там в покупках еще бронежилета не появилось? Ну он был уже у меня. А то если что, покупай. Это уменьшает урон. Короче, если камней будет дофига, соединять их, да? Ну там этот, определенное сокровище, там на них написано, типа, часть того-то, того-то. Что-то типа того. Ну, а рубины? Рубины, ну, груша. Ну, можно просто продавать. А как понять, что можно соединить, что нет? Сапфир, принцесса. Синий драгоценный камень. Квадратные огранки. А может тут и нельзя такое? Может ты с деревней перепутал? Может быть. Ладно тогда. Ну тогда продавай все. Ну да, походу.
Машу лучше пистолета обойму, тогда у тебя будет 30 патронов. А у меня он уже давно 30. Ну и больше там патронов будет. У тебя вместо 0 будет. У меня 33 уже. Вот, у меня тоже. И крит 3-звездочный. Угу. Так. Можешь новый пистолет купить, если хочешь. Этот P8? Ну да, но это если тебе хочется. Защищенный жилет 10 тысяч. Ну его раскачивать надо, он тут помощнее пока что. Да? Ну да. Да подожди, что еще могу раскачать? Так, магнум. Нет, винтовкой я пользуюсь. Мы ее не раскачивали. Так, что-то. Так, мой... этот. Емкость улучшили. Так, тут ничего уже нельзя. Надо потом бронебойность у этого револьера раскачать. Угу. На что хватило денег, я все сделал. Так, готово, да. А завтра постараться тоже в нее поиграть. Да пиши, когда у тебя будет свободное время. Да у меня понедельник, вторник, выходных. Главное, чтобы... Во сколько завтра стану, это раз. Ведьмака сегодня надо сделать еще выпуск следующий. Сейчас миссию пройдем и закончим. Нет, третью главу полностью пройдем, только в этом случае. Josh. Да? Но у меня что-то в другом месте. Я написал, что через полчасика. Че, не хо... Это 3-3, по идее, скоро уже конец. Ну да. Там сейчас вот это, вот это, босс. Ну и вот. И сохранимся в четвертое, один. Угу. Ты спереди, я сзади, да, отстреливаюсь? Да, сзади уже никого не будет. Спасибо. И пистолет мне сейчас приходится собрать, потому что у меня с ними проблема. Сам понимаешь, да?
Тут дробовику патроны. В следующий раз перед тем, как что-то нажимать, я сначала этот проверчу в округе. Так, на всякий пожарный прибыль, да. А, просто нападают зомби? Да. Они не зомби. Ну, зараженные. Взял? Да. А мы грубо играем, знаешь, один выпуск, одна глава полная. Right, да? Ну, да. Или это быстро лучше мы играем? Да, нормально. Ты там не забудь прыгнуть, главное. Ты чё, Крис, с тобой? Немного урона получил, ничего, не страшно. Немного, почти сдох там. Да, это граната. Вот к патрону быстро патроны заканчиваются, к автомату, да? Ой-о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 й-
миниганы. Минус один. Не вылезай, пока не стреляю. Нет, я не успел просто. Бля! Ну и что мне с тобой делать? Я там убил. Пойдем сюда. Назад. Может, что найдем? Наверху двое. Да, наплевать, иди сюда. Тебе идет. Да. Не вижу. Ты там долго сидеть ты будешь? Я говорю, иди сюда. А, наверх? Нет. Ты видишь меня вообще? Включи ты карту уже. Да, вот я, вот мы. А как туда попал? Ну, вон лестница. А. Нет, я возьму. Тут автоматные патрончики все дела. А что тут лежало? Ну, так, херня какая-то. Оружие? А, второй дробовик? Угу. Я его не буду? Есть, конечно, просто я взял... Отдал бы мне. Да наплевать уже. А ты передать не можешь? Нет. Это оружие. Ну это и минус, да, игры? Нет. Иначе бы она была бы легкой слишком. Я б мог тебе все просто свое прокачанное оружие передать и все.
И в чем тогда интерес был? Я помню, там постреливал их. Не всех, значит. Там, скорее всего, еще сзади честно идут. А не, вон они. Я еще один бежит. По-моему, он к тебе идет. Ну или собирался. Бля, бля. Неудачный. Почему ты с этой стороны? Ты с другой стороны должен был быть. Ты сказал уйти за тобой, я тут был. Я не говорю тебе идти за тобой сейчас. Мне в другую сторону, что ли, идти? Да, тебе надо туда. Ну или я туда пойду, оставайся тогда на этом. Там у рычага, который внизу. Ну ты понял где. На это можно не использовать. Вниз, да, спрыгивать? Не надо. Так, иди пока. Сначала дойду. Жалко, что их использовать нельзя, да? Да, нет, их можно. Просто, ну, сейчас... Не на ком. Да. Можешь спрыгивать. Нажимать? Да. К лодочке идти? К пулеметам. А почему к пулеметам? Ну, теперь есть смысл. Смысла мало, правда, но он есть. Все? Да все так. Не, он еще летит. Они хоть долетят? Не. Ты что? Какое долетят? Мне кажется, мы можем бежать, они уже, наверное, бесконечные. Скорее всего. Давай, фотки. Через дверь мне идти к тебе? Как хочешь. Хочешь своим путем иди. Ты где? Трон собираю. Бегу. Спасибо. Сейчас босс, да? Да. На нем можешь револьвер использовать? На нем можешь ничего не использовать, там оружие будет. Специально? Там, пулеметы, да. А.
Не, ну на самом деле можно было пострелять, я скажу потом. А он заразился? Ну это же он может использовать на себе. Ну, пока же он не использовал. Но он использует. Вот теперь он заражен. Но он сможет его контролировать. Осьминожка? Или хуже еще, что может? Осьминожка. Тентакливый монстр. Мне сразу вспоминается аниме. Или Кракен. Больше Кракен. Да? Ой, с Кракеном сражаться. Его долго убивать будем? Смотри, с какой стороны он. А как мы поймем? Надо стрелять по пульсирующей херне. Он ушел под воду, смотри где он. Вот о щупальце. А. Все, стреляй по щупальце. Ну ты знаешь, куда стрелять, хорошо придумал, только меня взрывом задело. Ну извини, сзади! Я понял, что сзади, так надо идти к задним. К задним этим пулеметом. Пират Крымского моря 2. Сундук мертвеца. Больше похоже сейчас. Помнишь, когда он тоже черную жемчужину фигачил? Не, не было. Давно очень смотрел. Ой! Больно же! Да, больно. А вот он. Щупальца.
Я на всякий случай отбежал. Ну вот сейчас, кстати, когда у него пасть откроется, ты можешь стрелять с магнума по нему, когда он зайдет. Я приготовился, если что. Вот сейчас стреляй из магнума по нему, а не из пулемета. Это больше урона. Ага. Знаешь, не вовремя, когда перезарядка. Знаешь? Ладно, Шелла, пока. Да, пока. На корм пошла. Да. Жаль тебе, нормальным был. Такой крутой был, да? А ты чё, убираешь чё-то? Заменяю. Получше хочешь оставить? Чем мне взять револьвер? Тоже хочешь на всякий случай? Ладно, возьму то, что убьет его точно. Эта херня его точно убьет. С одного выстрела. Сейчас, подожди. РПГ? Да. Она с одного выстрела. Его, по-моему, должна убить. Вроде как. Ну чё, с чем я буду добивать? С магнума добьёшь? Да. Ну, я говорю, добьёшь с магнума. Ну, он уже 1700 наносит урон у меня. Тысяча 900. Так, на емкость не хватило. Но 1900 его прокачал. Не забудь потом бронежилет себе купить, а то дальше больно будет. Кстати, нам бы надо было подкинуть с тобой. Перед началом. Да. Второй раз уже. Ты не хочешь подлечиться? Да не, не надо. Я другой. Ему что-то больно было. Ну, в этот раз побыстрее мы, да? Пиши письмо, сука. Я прям могу.
Радиовицов кровь никуда. Вообще ударили. Но я жив! Да, нечем! Я возьму аптечку, чтобы потом похилиться. Сколько раз пытались сожрать с тобой? Да я промазал из ракетницы. Да я заметил. Ну хоть револьвер нанес нормально, да? Where is this facility? Answer me. What is the Ouroboros project? PSA. Wow, you two are just on top of everything, aren't you? The balance of the world is changing and you're completely oblivious to it. What's changing? What are you talking about? Is it the Ouroboros project? Is that it? No one can stop it. Ouroboros is about to change everything we've ever come to know. Chris! Chris! See, you're Chris! What's so funny? How do you know about me? All your answers are way to head, Chris. In that cave. If you can survive long enough to get them... У него голова поехала. But it's not gonna change anything. You're still screwed! Да, это видно. Now what? We keep going. Все. Четвертая, последняя, да, или нет? Все, уже дальше. Дальше. Новая глава. Ну надо как-то сохраниться нам. Сейчас мы с Минаки. Сейчас проверю, что тут. Да, новый дробовик. Так. Нам надо зайти, да, туда? Да, да. Я не хватило мне денег на броник. Ну, ладно, пока не буду тогда его брать. Потом. Я стараюсь завтра пораньше, если что, освободиться. Ты понял, да? Угу. Там сколько, 5 глав или 4, ты не помнишь? 6 скорее. 6. Да. Сейчас самая душная глава. Самая неинтересная. Почему? Глубокая. Вот эти пещеры, да. Че, много в воде ездить придет? Нет, тут сама по себе локация говно. You two are really going to go through with this? Yes. This is not just about Jill, but the Ouroboros project as well. I guess there's nothing I can do to stop you. I will call HQ and try to get the withdraw order rescinded. I will also try to get you back up. Try not to get yourselves killed. Крис может везде выжить, как я понял, да? Выжил в Широком Сити. Ну да. Деревне выжил. Ну, деревня это уже последнее место его. Но он везде выживает. Да, вот его команды нет. А вот Леон еще жив вообще или нет? По частям. Жив.
Он, по-моему, на президента работает. Да. Думаешь, еще часть будет с Леоном? Вот чисто продолжение. Возможно, но ему уже лет много. Ну, Кристо уже не молодой, когда в последней части. Ну да, ему уже полтинник. Ну, Крису где-то будет, Леону где-то будет 40 чем-то. Они одинакового возраста. Ну, даже так, но все равно ими поинтереснее главными поиграть. На новых персонажей водить. Я хочу как-нибудь купить ремейк еще